Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашии» присвоили сегодня лучшим сотрудникам сферы. Торжественное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику социального работника, состоялось сегодня в Дворце культуры ЧГУ. Я люблю себя жизнь и хочу, чтобы лучше ты стала. Я люблю себя жизнь и надеюсь, что это взаимно. Же благородный и светлый, как и профессия социального работника. У этих людей благородная миссия – первыми подавать руку тем, кто оказался в беде, и всеми силами помогать решать проблемы. Сегодня мы чествуем социальных работников. Это профессиональный праздник сотрудников домов, престарелых, приютов, реабилитационных центров, интернатов. Праздник тех, кто выполняет очень непростую, но исключительно важную работу. Работу, которая необходима и востребована нашими гражданами. Почти 6 тысяч специалистов в Чувашии работают в социальной службе. На торжественном мероприятии чествовали лучших за многолетнюю добросовестную работу и особые отличия. Присвоили почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашии» и вручили другие ведомственные награды республиканского и российского уровней. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.